Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на АТВ. Я Дарья Белева, расскажу, что нас ждет за окном в четверг, 17 августа. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам пасмурно. Синоптики обещают сильный дождь. Днем ожидается похолодание до плюс 16 градусов, ночью плюс 13. Порывы ветра до 9 метров в секунду. В южных районах также облачно и сильный дождь. Днем холодно, плюс 18, ночью плюс 11. Будьте осторожны, ожидаемая скорость ветра 12 метров в секунду. В Улан-Удэ пасмурно и сильный дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 12. Порывы ветра также до 12 метров в секунду. С вами была Дарья Белева. До скорых встреч!